В преддверии нового учебного года учреждения культуры проводят набор учащихся. Школа искусств и музыкальная школа начнут прием документов 24 августа. В художественной школе приемная кампания уже стартовала. Здесь преподают не только общеразвивающие навыки изобразительного искусства, но и готовят будущих дизайнеров, модельеров и архитекторов. По всем программам в этом году в художественную школу набирается около 450 человек. Для этого поступающим необходимо написать заявление, принести оригиналы и копии ННН, свидетельство о рождении, фотографию 6x9 и копию паспорта родителя, который устраивает ребенка. Прием документов продлится до конца августа. На заключительной неделе летнего месяца пройдут вступительные экзамены. Могут поступить на разные программы. У нас есть основная программа, которая называется «Живопись». Это предпрофессиональная программа. На нее дети учатся по 8 лет или по 5 лет, укороченная программа. И идет приемка детей с 7 лет и с 10 лет, то есть 7-10 и с 10 до 12 лет. Вот. Это у нас основные программы, и дети по ним получают свидетельство об окончании художественной школы. Есть у нас еще и общеразвивающие программы. Туда мы берем детей разного возраста, берем малышей от 5 до 7 лет, которые ходят к нам 2 раза в неделю или 1 раз в неделю. А для тех детей, которые хотят продолжить свое обучение дальше в профильных каких-нибудь вузах, то у нас есть программа ранней профессиональной ориентации. И там дети, которые закончили художественную школу, продолжают свою подготовку для поступления в вузов. Или же те дети, которые не смогли обучиться, но хотят хоть что-то получить и поступить в не совсем профильные вузы, скажем так, но они тоже могут получить подготовку.